Mercedes-Benz C240, Япония, 100 тысяч километров, пробег, 2001 год, 5500. С ключевой доступ, черный салон из ткани, Циптроника автомат. Стереосистема Panasonic. Люков нету. Кондиционер для задних пассажиров. Так. C240. Так. Запасное колесо и домкрат. Цена 5500. Дорогие друзья, всем привет, добро пожаловать на канал Раритет ТМ. В последнее время мне очень многие пишут, задавая вопросы, как оформить на себя машину дистанционно и как перевести ее в Россию, так как границы сейчас закрыты из-за COVID-19. Я обязательно расскажу все подробности, что, чего и как. Но у меня есть встречное предложение. Так как многие люди ленятся ставить лайки и делиться нашими видео в соцсетях, я предлагаю вам следующее. Если данный ролик наберет 3000 лайков, а также многочисленные репосты, то в следующем видео я обязательно вам расскажу, как оформить машину в Армении дистанционно и как перевести ее на автовозе или контейнеры в Россию и другие страны ближнего зарубежья. Так что дерзайте, друзья, все зависит от вас. Ставя лайки, друзья, вы поддерживаете наш труд, придаете нам стимул для дальнейшего продолжения нашей работы. А также делаете репосты, вы помогаете продвижению видео нашего канала, что очень тоже немаловажно, так как мы очень стараемся и много трудимся. Так что нам необходима ваша помощь обязательно, а мы будем продолжать работать и делать новые видео для вас. Также на нашем канале появилась традиция, друзья. Мы будем дарить призы и подарки самым преданным подписчикам и зрителям нашего канала. И первым обладателем приза, подарка становится Сергей Ягодкин. Этот парень на протяжении уже 3 месяцев непрерывно все время после каждого видео, под каждым видео, ставит лайки, пишет комментарии и делится нашими видео в соцсетях. И видите, сразу как я нажимаю на значок, сразу здесь пишется, сейчас наведу фокус, лучший комментатор, здесь напротив не очень хорошо видно, лучший комментатор канала. То есть парень все время не ленится, все время дарит нам добро и счастье, пишет, придает нам стимул, пишет добрые и хорошие комментарии под каждым нашим видео на протяжении уже нескольких месяцев. Респект и уважуха, друзья, брат. Большое спасибо, Сергей. И этот приз, новые часы в спортивном стиле, отправляются к тебе, брат. Под видео вот я пишу мой WhatsApp. Обязательно свяжись с нами, оставь свои координаты, адрес. И по почте я отправлю тебе этот приз. Вот эти замечательные стильные часы, новые в упаковке. С ними можно и плавать под водой, водонепроницаемым балансом они.
Water resistant, 3 атмэ, 3 атмосфер давления выдерживают под водой. С ними можно заниматься и спортом, и плавать под водой. Также у него специальный ремешок, видите, из капрона, чтобы с ними можно было плавать под водой, друзья. Даже они подходят для дайверов. Большое спасибо еще раз, Сергей. Эти замечательные часы отправятся к тебе. Жду твоих координат и адреса. Те, кто желают, могут подписаться также на наш инстаграм-канал, так как на нем тоже будут проводиться розыгрыши призов и подарков и различные акции. Ссылка на наш инстаграм-канал находится в описании под видео. Многие не знают, вот сразу непосредственно под видео, с правой стороны в углу, вот такая маленькая точка, треугольник. Нажимаете, и здесь появляется описание видео. Здесь есть ссылка на наш инстаграм, на наш фейсбук и так далее. Переходите по этим ссылкам, подписывайтесь, следите за новостями, а также выигрывайте приятные призы и подарки, друзья. Итак, еще одно. Мне также пишут преданные подписчики и друзья нашего канала, как переводить донаты, то есть поддержать это нелегкое время продвижения нашего канала. В том же описании под видео есть реквизиты, карта Сбербанка, PayPal, Kiwi кошелек и так далее. Те, кто желают, могут поддержать и делать донаты по вашему желанию, кто сколько пожелает. Это непринужденно. Действительно, мне очень многие пишут, не знают, как задонатить, где найти вот эти ссылки в описании под видео. Многие не знают, ищут в комментариях. Взаимная, вот эта взаимная поддержка, взаимная человечность и доброта душевная между подписчиками и авторами канала должна поддерживаться, друзья. И мы это все ценим, понимаем и видим. Желаю всем счастья и благополучия, друзья. Так, Сань, чё? А, Ford Explorer 4x4. XLT. Ничаржи, год пробег, цена. Иназар Хинкару. Пробега Арвацназар. 9500, 160 тысяч миль или километр? Цвет мокрый асфальт, пробег 160 тысяч миль. Цена 9500. Так, 4x4, Ford Explorer. Салон светлый из ткани. На автомате. А, можно. Движок сколько объем? 4 литра объем двигателя, а мощность? Сколько лошадей? 210. Ու ինչքան ասրա ասենք հարկով է։ 50,000 դրամ չի բխում։ Տարին 50,000 դրամ։ Սա մոտոր, սկոլկա ցիլինդրով ստես։ Չես։ 6 ցիլինդրովի մոտոր, դողց։ Դողց մոտոր, 4 լիտրա։ Битые крашеные места есть? А, ванна, бамперы, это скопация, бамперы похоле. Да. Это деми бампер, это и бампер, мы килограмм. Крыло. Крыло и два бампера заменено, заменили. Да, и крыло переднее какую-то часть. 2008 год. Химчистка или арашчи вообще?
Химчистку еще не сделали. Айс и ручной айс, Майк. Айс, мамы, барса стуманенько, санцы, стаки. Все. Винко добавил, не весь. Винко да это. Все. Люк банч у меня, че? Че, видишь? Че, демис шитна меня, жарта, це не плохо це не. Пан, а вам накажу, что шитна меня. Чему с пейзером, что посмотрим? Так, кондиционер для задних пассажиров. 7 места. Да, еще два дополнительных места раскладных, вот так их можно складывать, можно раскладывать. 7 мест. Да, уходит в подполье, если нужно, и багажник становится более большим. Все. Если на паркум, нормальная спальня. Да, и спереди тоже можно ложить, просто этот сложить. Полностью спальня. Да. Okay. Задних камер нету, да? Че? Explorer XLT 4x4. Explorer назначает разведчик. Да. 4x4. Форточка тоже открывается отдельно. Значит, Nissan Altima, цвет мокрый асфальт. Год какой? 11 год, да. 2,5 литра S. Special Edition. Пробег какой, цена? Цена 6500, пробег 150. 150 тысяч километров пробег, да? Миль. Цена 6500. И сейчас? Запасной уровень. Нерсица, чтобы могли изнутри открывать. Пул. Тянешь за трос, чтобы открылось. Спойлер с задними стопами здесь. Посмотрим салон, без ключевой доступ, черный салон из ткани, вариаторная коробка, стереосистема, мультимедиа, люков нету. Экспресс литр есть, че? Так, новые шины. Так, сзади кондиционеров нету. Hyundai Sonata. Здесь, короче, смотрите, Hyundai Sonata. Кузов NF, друзья. Limited Edition. V6 Dohts мотор. Так, год какой? Год пробег, цена. 2008 года. Пробег, цена. Пробег 120 тысяч миль. Да. Цена. Сваги ничка. 6800. Машина очень свежая. Угу. И мобильная. Да. Так, здесь тоже ручку давай покажем, что изнутри можно открывать. Вот. Все. Limited Edition. Особая комплектация, значит, здесь должна быть. Да. Кожаный салон.
регулировкой. Мультируль вариатора. Че, дочка, автоматка. Автоматическая коробка. Идет. 3,3 литра движок. Люк тоже здесь есть. Кондиционер и люк. Стереосистема Infinity. Вин-код. Так. Так, сзади кондиционера нету отдельно. Плавник для дизайна. Заводские диски, смотрите. Надкапотный подвесок. Кузов NF здесь. Видите, дизайн совсем другой. Так, смотрите. V6 3,3 литра. Дай. Все. Ханэ портака гарацай. Хотя дочь там. Если ханэ с портака, инке это мотор на бац. А. Все. Да. По винкоду говорить даже можно посмотреть. Все. СЛС. Тоже мокрый асфальт. Так, здесь на капоте небольшие сколы есть. Смотрите. Вин-код. Шторы, смотрите, и сзади есть шторы, и здесь есть шторы. Климат-контроль для задних пассажиров. Подстаканники. Правый руль весь здесь, смотрите, не перекидка. Три года ездишь, потом ставишь на российский учет, да? А там никаких переплат нету? Там какие-то копейки, 3 с чем-то тысяч. Рублей? Да, рублей. Да. Уже... А это растаможка какого года была? Всем интересно. 18. Растаможка 18 года. И доплаты на растаможку не требует, да? Нет. Ну вы точно узнавали или просто слышали? Нет, с уверенностью. Я да? Тоже... А, значит, смотрите, года. Вот всем интересно, друзья. Вот Сергей как раз объясняет, что к чему. 3 года нужно ездить, чтобы потом без доплаты поставить на российский учет. Если раньше времени ставишь на учет, то там уже нужна доплата какая-то. Да, на Toyota Camry-вский мотор, да? Да. V6 3 литра фур. VTI. Фур. Фур что означает? Фур кем? Клапан, 24 клапана, да. На каждый этот цилиндр по 4 клапана. Понятно. Сигналы тоже, да, поменяли? Я не ставил, какие были. Альфа, Митсуба. Так, все. Вот как раз вы спрашивали, друзья, Митсубиши Паджеро. 3 штуки здесь как раз есть. Сейчас спросим, что, чего и как. Умно. Зайнасрян. Павел здесь. Атасы как раз вот спрашивали у меня из России все время спрашивают. Mitsubishi Pajero. Так. Год какой? Год, это объем. 11 год, 3,8 объем, некрашенная машина. Да. 13500. Сколько? 13500. 13500. Пробег какой? 124 тысячи километров? Да. Далее черный идет. Черный 8 года, 3,8, 12500. Полная комплектация. Да. Люк, обогрев, сиденье, все есть. Да. Да, 13 года, 3,8, не крашено абсолютно. Да. 96 тысяч пробег. Да. Цена 16 тысяч.
Так, самый дорогой это, да? Да. Год какой там? 12-й год. 12500. Это черный 12500, серебристый 13500. Все. Так, черное это купе, а остальные четырехдверные. Да. Белые тоже есть. Еще белые есть. Так, белые три есть. Так, на максимальная комплектация на черном, да, только? Здесь, значит, 4 двери. Черный кош-салон, климат-контроль для задних пассажиров. Мультируль. Так. Раздатка, да, с раздаткой. 4 режима. Диски заводские. Шилдик Mitsubishi с символом Mitsubishi. Фары с линзами. Далее идет вот этот черный с full комплектацией. Двухдверное купе. Так, черный салон с подогревом, с электрической регулировкой. Тоже с этим. Монитор, люк, большой люк, смотрите. Форточка раскрывается, вот это запасное колесо вот таким никелированным чехлом. 3,8 V6. Все, это тоже посмотрели. И этот еще за самый дорогой 13-го года за 16 000. Черный салон тоже. Вручную все здесь. Мультируль. Раздатка, автоматическая коробка. Люков нету. Заводской краски. Паджеро. 3,8 литров. V6 тоже. 2013 год. Серебристый металлик. Заводские диски. А, здесь смотрите, Lexus RX. Светлокожаный салон, руль с дубовыми вставками, автоматическая коробка. Смотрите, мебельные вставки рядом с коробкой. RX 350. Lexus почем? 20 000. Год и пробег? 11-й год, пробег 100 000 километров. 11-й год, пробег 100 000 километров, друзья. Черный цвет. Парктроники. Все, закрыл. Блин. Ладно. United Arab Emirates, 2011 год. Так.
Так, смотрите, друзья, вот Honda Accord Cross Tour, да. 12-й год, 11 тысяч, да? 11500 начальная голова. Да, тур есть. Пробег какой? 100 тысяч, по-моему. 100 тысяч километров или миль? Миль. Так, салон открыт. А, полная фулл комплектация, кожаный салон. С большим монитором. Авиатор? Автомат? Полный привод 4x4. На автомате. Люк. V6-4WD. Да, задняя камера, обогрев сидений, задний стоп, полный фул, да, кросс-тур. Chevrolet. Z500. Черный кожсалон, тоже на автомате. Мультируль, мультимедиа монитор. Chevrolet Sinchara Equinox LT. Z500. Черный кожсалон. Все. Мультируль. Надо идти дальше. Kia Sorento. Шампань металлик. Цен нету. Так, пошли вот здесь Infiniti. Infiniti есть. Женщина на кабане. Здрасте. Infiniti это G25. Год, цена 11-12 год, цена 10500. А эти? Одинаково они. 10511. 11 года все? Да. И 10500. Да, передние приводы? Не, задние. Задние у всех? У всех. А этот объем двигателя какой? 2,5 мотор, цвет белый жемчуг. Это тоже белый жемчуг, тот серебристый. Да. Да, X5 тоже. X5 почем? 8 год, 10500. 10500, 8 год. Откуда привезен? Из Америки? Калифорния или Техас? Да, у меня все машины Калифорния и Майами. Калифорния и Майами. Все. Пробеги какие здесь? Пробеги тут 90. Майл. Да, там 123. Да. Там 83. Да. 83, 123. Да. И этот? Это 90. Да. Тысяч майл. Да. Все. Цены 10500. Кожаные салоны, да, здесь? Все кожаные салоны. Там кожаный салон, тут даже. Там да. Кожаные салоны, большой монитор. Типтроник автомат, да, фулл, с бесключевым доступом, да. Так, сейчас я эти тоже сразу давайте снимем, еще что здесь было. Infiniti. FX-35, да. Год, цена, пробег. Ну, этот модель, понятно, что новый фулл модель. Фулл-салон, да. Фулл-салон, все, он 8-й год. 8-й год, пробег и цена? Пробег 170 тысяч. Миль? Да. Да. Цена? Цена 13 тысяч. 13 тысяч. Начальная цена, но немножко сброшена. Да, немножко. Салон здесь с подогревом, с вентиляцией, под рулевые лепестки, пол. Да. Большой монитор, электроника, автомат, люк. Мартинные лепестки, все. Да, под рулевые лепестки, я сказал, да.
подстаканники, подлокотник, люк. Всех реальный пробег, ни одной машины катализатор не стоит. Да, катализаторы на всех есть, да, друзья. Сейчас открою. Отдельно, да, открывается? Не, я этот самый отключаю, открыл, аккумулятор отключил. Да, ВИН-коды давай посмотрим. Вот ВИН-код. Справа. Задний бампер только говорит биты, но можете проверять, друзья. Кондиционер для задних пассажиров и зарядка на 12 вольт. А здесь тоже доступ. Он задний. Стоят цены на земле. Тут и пожар без. Здесь, да? Я специально отключаю аккумулятор. G25. Чуть не свалились в яму, здесь яма. Так, давайте салоны. Так, здесь кожаный салон свежий с кондиционером задних пассажиров и с ключевым доступом. Передайте, что ждем их. Люк есть? Да, вот как вас зовут? Ашот. Ашот говорит, что с нетерпением ждем вас, друзья. Все ждут, когда откроются границы. Очень много людей хотят приехать из-за этого проклятого ковида. Все планы разбились. Так, все, вот Типтроника, автомат, монитор, мультимедиа, жестик, подогревы, вентиляция сидений. Вот смотрите кнопки. Так. ВИН-коды снимите, пусть проверяют, эти не битые машины. Багажник его, знаешь? Ничего. Багажник. Аккумулятор отключен, не отключен. А, отключен. Если надо, я включу это. Нет, ладно. Давайте. ВИН-коды не видно здесь. Так. На тех двух люки есть, смотрите. Да, на этой нету. Тоже черный кожсалон с подогревом. Это 11 год, за 10 тысяч отдам. Тут, по-моему, 11, 12 месяц или какой-то. Да, за 10 тысяч отдаст, говорит. От мультирули, монитор, мультимедиа, стереосистема, все есть. Мотор, коробка, все проверено, все идеально. Да. Этот кондиционер для задних пассажиров тоже здесь есть. Далее идет вот как раз X5, вы спрашивали, с 3-литровым мотором. 3 литра SI. Тройка двигателя, 132 тысячи пробег. 132 тысячи миль пробег, да. Год какой? 8-й год. Цвет серый металлик. X5 2008 год. Цена какой? 10500. 10500. Можете поднять, просто обивку посмотреть, не подумать, что обивка плохая или а, что. А, да, это, да, это массажер, как бы, да, для, чтобы не уставали. Да, вот такой вот этот, чехлы. Чехол вот с такой вот рифленой. С рифленой поверхностью, чтобы быстро не уставали. Это как-то специально делается. А, здесь еще вот такая есть. Так, это что здесь? Отключен все, аккумулятор только все отключен. А, подфарники, фары, режимы. Так, спидометр и тахометр. Здесь на километрах, а здесь на милях. Да.
монитор, стереосистема, тептроника, автомат, жестик, мультимедиа. Так, подстаканники. Это отсюда люк открывается, закрывается. Большой люк, смотрите, панорамный. Сплошной, спереди до зада идет. Так. Боковые ставки древесной фактурой. Цена 10500. Опа. Все. Здесь электрическая регулировка, это память. Режима. С ветровиками, с рейками. Шины Мишлен. Не очень свежие. Уже средний износ. Так. Значит, смотрите. Кондиционер для задних пассажиров. Люк вот отсюда, смотрите, сплошной идет, видно. Панорамный люк. Да, я сказал уже. Да. BMW. Багажник на электроприводе. Да? Отлично. Nissan Murano тоже мы за 6000, 6 год. Nissan Murano 6 год, 6000 долларов, да. Друзья. Сейчас пойдем покажем. Я стою очень на машине. Это ничего, вот этот Nissan Murano. SAVD. Тоже полный привод. 6-й год, 6000 долларов. Салон из ткани, мультируль. Здесь что у нас есть? Монитор. Стереосистема, люков нету. Все, черный цвет. Вариатор, айс? Да, вариатор. А? Вариаторная коробка здесь, друзья. На Мурано. Идем дальше, и тут снова Kia Sorento, черный цвет. Салон из ткани, светло-серый. Kia Sorento LX. Двери открыты, но никого нет. А, сейчас кондиционер, вот как раз. Здрасте. Год пробег, цена? 7-го год. 7-й год, цена? 6500. Пробег и состояние какое? Пробег 130. Майл? Да. 130 тысяч миль пробег. 4 вида. 4 ведущих. Отличный состояние, жаршими нету. Да. Жаршими нету. Да. Все.
Далее идет этот Nissan Rouge. Rouge? Да, да. Nissan Rouge. Какой год? 8-й год. Цена? 5500. Пробег? Пробег 170. Миль или километров? Миль. Тоже миль. 170 тысяч миль. 4 ведущие. 4 ведущие тоже. Вариатор, да? Да. Салон из ткани, друзья. Черный. Nissan Rouge SAVD. 5500? 5500. 15 год. За 10 дам. 15 год. 15 год. Новый Кемниц. За 10 дам. А это почем? Hyundai Sonata почем? Sonata Nissan Ape. Семь. 7000 цена. Hyundai Sonata. Какой год? Какого год? Э? Sonata. Это кремль 15 год. 313. 13 год, 7000 долларов. Пробег какой? 18 тысяч. Миль? А этот 18 или 180? 80? 80 тысяч миль, друзья. Вот объем двигателя какой? 2,4 литра, все. Комплектация простая или фуловая? Отличная комплектация. Не фула, чипа, это простой начин. Средняя? Средняя. Все, окей. Все, Camry, значит... 15 год. Да. За 10 тысяч. 10 тысяч. Объем двигателя 2,5. 2,5, да. 2,5, да. Год 2015, цена? 10. 10. Все. Деньги нужны, поэтому... Пробег какой? 45 или... 45 тысяч миль. Миль. 45. Все, все. Комплектация LE или SE? Элина. Сейчас оттуда посмотрим. LE комплектация, друзья. Салон из ткани с электрической регулировкой. Мультируль. Большой монитор, подстаканники. Типтроник автомат. Люков нету. Сзади кондиционеров нет. Острые фары, смотрите как. Дизайн совсем другой. Задняя камера. Тоже есть монитор, все есть. Да. Битые крашеные места. Где было? Крыло бил, бампер бил. Да, все заменили. Да. Заднее крыло и бампер, да? Да. Все, окей. $10,000. 10 кусков. 4Т4 BF1F KX FR478600. Кого интересует, пробивайте. Toyota Camry 2015 год. 10 тысяч. Toyota Alphard, друзья, 2008 год, 2,4 литра, передний привод. Цена 7500. Пробег иншканер. 100 тысяч километров пробег. Перекиткен Дубая. Грузия. Да, айнен. Фильтр митр сахка салон. А, воздухозаборники, фильтр митр, печка, все есть. Перекитка все. Армянская перекидка. Все. Кто делал? Вартан? Ничего не знаю. Арам? Арам.
Аро? А. Аро. Дальше. Мониторы уремен. Задняя камера бан есть. Задняя камера. Мониторов на потолке нету, люков нету. Засыны нету, хорошие. Двери электрические обе. Одна дверь электрическая. Так. Сплошной диван. А, 7 мест. 7 мест. А, задняя камера есть. Я говорю, что ергарастен, а сапа асва хехтовек. А, или тенса остался.